Есть. Junior Snack and Play. Как красиво написано. Давайте же посмотрим, что внутри. А это? Запакованная в пакет. О, какая штучка прикольная. О, она еще в такой штучке. Пластиковые штучки. Все в большом количестве штучек. Надо ускориться. Где четвертая? А вот и она. И гвоздь программы. Наша игрушка. Наша игрушка. Это неваляшка. Замечательная игрушечка с шариком внутри. Мы берем вот эти емкости для лакомств. Они, как вы видите, здесь с прозрачным дном. Они снимаются, чтобы вам было просто их вымыть. Вы можете, я думаю, наружу их поставить. О, она еще и разбирается. Крутяк. Защелкивается так. Емкости для лакомств защелкиваются так. Ее можно мыть в посудомоечной машине тоже. Ну или, собственно, вот эти емкости, которые вы будете использовать. Ваш котик будет пытаться лапкой еще отсюда достать. Вся эта конструкция будет вот так шевелиться. Соответственно, эта игрушка будет помогать ему тренировать ловкость. Потому что надо быть по-настоящему ловким, чтобы достать из такой глубокой штучки лапкой еще и какую-то вкусняшку. Плюс дополнительно котика будет отвлекать вот этот шарик замечательный. Поэтому я думаю, что будет прекрасно себя чувствовать, играя со всякими вот такими отвлеченными штуками. Это номер артикула у нас. 46000. И преимущественно серия Junior, конечно же, у нас разработана для маленьких, только родившихся или молодых питомцев. Но вы можете также использовать эту игрушку с любой кошкой, любого возраста. Я думаю, в любом случае ее заинтересует. Она особенно заинтересует те лакомства, которые вы положите в эти замечательные емкости. У меня все. Спасибо.